Доброго дня, дорогие друзья, еще раз, что-то у меня сегодня творческий порыв. Играю на также карте «Словацкая деревня», и у меня возникла такая ситуация, что нужно убрать, по-моему, капусту или свеклу, что-то из этого, я уже забыл, ну, неважно. И получается, что вся дефолтная техника, она очень большая, она очень дорогая, поэтому решил я заодно поискать модик и наткнулся вот на такое чудо. КС-68Б. Это ГДРовская компания, вот этот значок. Конверт из 17-й. Чем этот агрегат интересен? Что вот у нее есть навесное оборудование. В принципе, он все-все убирает. Недорого стоит. Бункер у нее на 10 тысяч литров. Разгоняется 25 км в час. 150 лошадей написано. Да? Так, давайте его возьмем. Что тут дальше? Ну, этот комбайн, в принципе, для небольших полей. Небольших, может быть, средних. Цвета можем выбирать. Ну, давайте синий. Вот этот мне не нравится, он какой-то цвет. А, этот я не могу перебрать. Этот я не могу переделать. Ну, возьмем в аренду. Цвет колес, да. Потестим наше счастье. Возьмем какую-нибудь жатку. Вот сахарная свекла пускай будет. Тоже сделаем ее синей. Вот это другое дело. Что ж, переходим. Вот такое у нас чудо. Чтобы сразу далеко не ходить, давайте проверим все, что у нее внутри. Ну вот сразу видно по графике конверт. Так, поворотники. Не вижу. А, вот есть, слушайте. Не понял. Видимо. Ну-ка. Странно, смотрите, без завода двигатель он не работает. То есть работает, но не отображается заводить. Ну, что... Да елки бревна. Так, свет есть. Свет потом посмотрим. Сейчас тестим основные вещи. Дворники. Вроде бы работают, я вижу, да. Еще снизу есть. Так, это уже хорошо. Загрязнение. Давай мы тебя замараем, дружище, по самое не могу. Марается. Ну, что-то есть такое. Очищаем уровень износа. Мы с Шуриком разговаривали. То есть пришли к выводу, что у нас вот изнашивается. В 19-й ферме моды делятся на две категории: пластик и железо. Вот это железо. Так, маячок. Давайте. Подцепим этот агрегат. Так понимаю, видимо, вот так. Нет или не так? С этой стороны не за это, не с этой, наверное, с той. Семён Семёныч. Ребят, блин, горло болит, зараза. Ну, вот так, да. Так, правильно. В принципе, неплохой обзор. Нет? Блин, а как тебя зацепить-то? Что-то я не понимаю. Что не так? Или он со стороны как-то? Прикольно, слушайте. О, вот так надо заехать, слушайте. Обалдеть. А-а-а, все, я понял. Вот, ребят, я... Лох.
Не лоха, лошарик, не до конца знающий гражданин. Так нужно, все, понятно. Ладно, еще раз. Так, зеркала не движутся. Смотрим свет сразу. Да будет ночь. Так, панелька рабочая. Свет, в принципе, приятный. Повороты, я уже говорил, показывает. Аварийка мигает. Так, задний. Стоп, есть. Смотрим свет. Аварийка. Аварийка есть. Давайте F1 уберем. Так. Повороты. Левый это у нас. Сено, солома. Правый. Солома, сено. Хорошо. Проедем. Ну, скорость набирает плавно. Хороший обзор. В зеркала ничего не видно, они бесполезные. Можете даже не напрягаться в этом плане. Сейчас поедем тестить подвеску. По колдобе нам, наверное, теоретически не должен проехать. Но попробуем. Это же дело такое. Так, убираем свет. Ну что, поехали, смотрим. Так, сигнал еще, кстати. А сигнал тоже нормальный. Так, передняя подвеска есть. Ну, задняя, как всегда, да? Вот, нормально. Хороший полигончик. Так, сиденье работает. Немножко. Или не работает. Ну что-то вот работает, ребят. Видите? Анимация педалей. Руль есть, педали есть. Педалей нету. Ну вот так собирает, в принципе. Один и три метра было написано. Ну вот, если вы любите железо, старую технику. Блин, ребят, болею. Это то, что надо. Единственное, тоже, видимо, не очень высокие прицепы, кстати. Тоже имейте в виду. Ну, вот такая анимация. Ну что ж, ребят, тогда всем на этом добра.